Добрый день, дорогие друзья, наши подписчики, клиенты и конкуренты. Вас приветствует компания Arbat Homes. Я Татьяна Пикер из солнечной Алании. Сегодня мы в районе Кестель. На повестке дня квартира 1+1 стоимостью 63 тысячи евро. Дорогие мои, чем нравится Кестель? Район очень новый и очень активно стал развиваться как раз в последние годы, потому что в Алании уже не осталось свободных участков земли. Здесь свободной земли предостаточно, и недвижимость почти вся новая. Что мы имеем здесь из инфраструктуры? Все сетевые маркеты, о которых вы слышали, BIM, А101, Сэч Маркет, частные маркеты, кафе, рестораны, банкоматы, закусочные, все здесь имеется, все для вас, для вашей комфортной повседневной жизни, дорогие мои. Транспортная развязка отличная, транспорт ходит по двум улицам, это у нас центральная улица Кестеля, а также по главной, по D400 ходят автобусы, дорогие мои. Классика М находится также в районе Кестель, это русскоговорящая школа. Отдавайте детей сюда, если не хотите, чтобы ваши дети учились в турецких школах, а также государственный университет и университетский городок находится также здесь. Это Кейкубат университет. Итак, давайте к делу, дорогие мои. Смотрим квартиру 1+1 за 63 тысячи евро. Дорогие мои, вот в этом доме как раз буду вам показывать квартиру 1+1 за 63 тысячи евро. Очень приятный двор. Что здесь есть из инфраструктуры? Во-первых, это открытая парковка, это открытый бассейн, Очень ухоженная зеленая территория. Обязательно управляющий 7/24, видеонаблюдение, а также здесь сауна, хамам и крытый бассейн. Расстояние до моря всего 200 метров. Это самый конец района Кестель и близко уже район Махмутлар. Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что здесь нет плотной застройки и все дома выглядят очень свежими, потому что они все новые. Наш дом построили в 2016 году. Теперь поехали квартиру смотреть. Вот мы находимся сейчас в квартире. 1+1 планировка, двухкомнатная квартира, две вещи, которые нестандартны для этой планировки. Это прихожая и второе – это два балкона. Давайте начинать с прихожей и буду рассказывать вам параллельно информацию. На четвертом этаже мы с вами находимся, фактически пятый, потому что на нижнем этаже есть инфраструктура. Сразу напротив входа видим санузел, стиральная машина, раковина, таз, душевая кабина, а также проточный водонагреватель. Здесь мы видим большой шкаф. То, что нужно, то, что поместилось сюда, большой шкаф в прихожей. Планировка умная, от входа направо гостиная, налево спальня родительская. Вот она, наша большая квадратная гостиная, совмещенная с кухонной зоной. Все, что мы видим здесь, в стоимость входит. Это и телевизор, и кондиционер. В спальне также кондиционер имеется. Имеется у нас один диван, два кресла, столик. Чайный, кофейный, как вам больше нравится. Прекрасный балкон, большой, с видом, кстати, на море. Это оставим уже на конец. Вот такая прекрасная зона обеденная на 4 человек. Видим вот это вот нагромождение посуды. Хозяин просто поставил все, чтобы показать, что все в этой квартире есть, в стоимость входит. Также ложки-плошки, стаканы. Варочная поверхность, духовочка, вытяжка, холодильник Арчелик, все это новое, даже чайник есть. Все наборы посуды, которые мы видим, хозяин презентует новому хозяину. Отличный кухонный гарнитур, черный с белым и серо-бежевый фартук. Направляемся сейчас в родительскую спальню. Извините, свет включить не можем, потому что квартира новая, будем оформлять на нового хозяина абонентские счетчики на воду и электричество. Поехали. Ребятушки, как мне понравилась спальня, как мне понравился текстиль и мебель. Смотрите, это у нас большой шкаф. Как будто хозяин все на заказ сделал. Прям подогнали миллиметр под миллиметр. Видим, тут две у нас шкуры искусственные, правда. Кровать большая, с моими любимыми спинками. King size, две тумбочки у нас прикроватных, два светильника. Очень радует эта квартира своим текстилем. Очень понравились шторы. Ну как же, что это у нас? Гранатовое шампанское вино, нар шарабе. Отмечать будем.
кондиционер, как я говорила, есть. Если вы обратили внимание, на полу у нас ламинат. Очень красивого цвета. Тут у нас имеется трюмо с зеркалом. Друзья мои, потолки высокие, точечное освещение. Еще раз, не можем сейчас включить свет. Очень интересно, назовем это аксессуары. Потолки высокие, и вот эту стену очень интересно сделал хозяин квартиры. Она и другого цвета, с точечным освещением. И мы выходим с вами на балкон. А вот это видели? Тоже очень красиво. Здесь еще есть роль ставни. Ручные, не автоматические. Можете переделывать на автоматические. Итак, балкон с видом на море и с видом на горы, дорогие мои. Мы находимся на 4-м этаже, фактически 5-й этаж, потому что внизу инфраструктура. Квартира двухкомнатная, 1+1, выходит на юг и на запад. Площадь квартиры 70 квадратных метров. Дом был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Что здесь есть из инфраструктуры? Открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом на зимний период, сауна, хамам, тренажерный зал, открытая парковка, очень красивая зеленая территория, а также управляющий, который присутствует 7/24 и видеонаблюдение в комплексе. Стоимость квартиры 63 тысячи евро, 70 квадратов, площадь квартиры. Дорогие мои, это район Кестель. Пишите, звоните по номеру на экране. Спасибо за лайки. Ждем ваших комментариев. Пока-пока.